Илья, вы можете стать профессионалом. Вы прекрасно ответили на вопрос, где показали различия между абстрактным классом и интерфейсом. Я это вижу. Я вижу, что вы хороший программист. Но есть разница между хорошим программистом и профессионалом. Вот вы можете стать профессионалом, но для этого надо убрать вот эту мысль вообще. Добрый день, повторение, мать учения. Да, все сделали. Давайте посмотрим на вот эту запись. Создание абстрактного класса с параметром self. Self – это ссылка на объект класса, из которого вызван метод. Вот это гугловское выражение. Не питоновское, гугловское, мусор. И это вам не даст стать профессионалом. Давайте, я все-таки хочу, чтобы вы выполнили задание, вы сами решаете, выполнять или нет. У классов Python вообще нет понятия ссылки на объект, так как все объект. Ссылка на атрибут есть и создание экземпляра, больше операций нет. Это единственное, что вам не хватает, для того, чтобы стать профессионалом. Конкретики. Вы работаете по интуиции. Да, класс. Но если вы пришли в школу, то у вас есть два выбора. Вы можете заниматься по своему плану, но вы можете все-таки разобраться раз навсегда. Вот с этого момента, когда вы обозвали... Да, я скажу, я тоже так говорю иногда и часто говорю, что это ссылка на объект. Но я подразумеваю, что это ссылка на атрибут. Скажите, а вот новичок читает, допустим, в интернете, да, в Google, это помойка, назовем Google, да, это ссылка на объект. Я даю 100%, что он скорее представит летающую тарелку, чем назовет, что ссылка на объект – это ссылка на атрибут. Потому что атрибут для него непонятен, а вот летающая тарелка понятна. Поэтому можно было, вот вы сказали здесь, это ссылка на летающую тарелку. Так оно всем понятно, никто ж не знает, никто ее не видел. Но сразу здесь мы перечеркиваем разницу между... Давайте посмотрим. Видите, как класс назвал? Self, что ты? Вот класс. Запускаем. Создаем допустимые операции, экземпляр класса. Применяем экземпляр класса на методе. Получаем вывод. Применяем класс на методе. Получаем вывод одинаковый. Но при этом, если мы берем экземпляр и класс, получаем совершенно абсолютно разные вещи. В одном случае связанный метод, в другом случае функцию. И вся эта путаница начинается с того, что вы из своего лексикона выбросили профессиональные слова, заменив их гугловскими. Дальше. Дорога закрыта. Разобраться между разницей между атрибутами класса и атрибутами экземпляра. Дальше пошло применение. Интуиция ваша будет работать на уровне хорошего программиста. А скажите, а я уверен, ведь вы можете писать и такой код. Можете. Здесь интуиция не прокатит. Как вы будете поступать, я не знаю. То есть
Вы можете заниматься по собственному плану, но если вы в школе, то можете заниматься так, чтобы трещало все вокруг, чтобы все мелочи стали на место. Тогда жду от вас задания по сельф. Что-то более понятное, да? Что такое конкретно сельф? И тогда там откроются разные поведения. Ваш ответ, ваш код для программиста выше среднего уровня более чем достаточно. Если вас это устраивает, то вообще здорово. Но если у вас есть желание пойти дальше, давайте начнем с сельф. В Google есть два мнения. На кол с минусом каждое. Первое. Сельф – это соглашение между программистами. Второе – это ссылка на объект. Стоп! В классах Python вообще нет такого понятия – ссылка на объект. Есть классы, поддерживают только два вида операции – ссылка на атрибут, создание экземпляра. Я сказал, я тоже иногда говорю, что это ссылка на объект, но я подразумеваю атрибут. А вы что подразумеваете? А ребят, которые смотрят видео, вы подразумеваете, что это ссылка на атрибут? Или вам все-таки легче представить, что это ссылка на летающую тарелку? Она хоть понятна? Илья, профи лучше, чем хороший программист. Я не зря вам сказал про это, потому что вот этого хлопца я знаю давно, вижу, что он код пишет. Ну вот тут он, да, и сколько лет он программированию, ну больше 10 точно. И тут вот он описывает, что через 10 лет он наконец-то обнаружил, что не понимает, не использует все понимание разницы между атрибутами класса и атрибутами экземпляра. А с этим такой код не напишешь. Но вот только вот этого не должно было случиться, если бы self был вовремя изучен, если бы был включен в логику экземпляр, если бы слова и понятия стали на свои места. Вы можете говорить между собой, там, когда у вас команда, ссылка на объект, но когда вы уверены, что каждый подразумевает под этим то, что нужно, что это ссылка на атрибут, и каждый уже четко понимает разницу, почему здесь метод, а почему здесь функция. Один и тот же класс, в принципе. Ага, много чего надо разобраться. Может быть, надо все-таки использовать это время правильно? Думайте сами. Я дал подсказку. Да, ребят, кто новички... spb-tut.ru. Спасибо за доверие.